Кира, пойдешь к Каю? Коробку, ну, в этот самый, ну, вольер. Там еды у вас завались. Пойдешь, нет. Кай уже там. Он не хотел из коробки вылазить. А ты пойдешь? Давай я тебя немножко подтолкну. Иди, прячься в коробку. Вы же русаки зайцев. Вы любите прятаться. Я понимаю, что ты, скорее всего, хочешь хоть что-то съесть. Красотка Герда. Ну, уже очень поздно. Ну, ночь на дворе. Мне спать пора. Красотка Герда. Иди в коробку. Пожалуйста. Я понял твой взгляд. Хочешь? Ну, пожалуйста, иди, иди. Ой, извини. Иди. Красотка Герда. Я понял, ты хочешь опять с дивана свалить. Ты его уже поела сегодня. У тебя там много вкусной еды. Там, блин, там трав одних 5 ассортиментов. Плюс яблоки, бананы. Да, короче, не буду перечислять. Я сам столько не ем, сколько ты, сколько вы едите с Каем. Ну чё ты? Иди к Каю. Кай там наелся, он лежит на боку. А мы с тобой тут полуночничаем. Пытаемся друг друга приручить. Давай, пожалуйста. Красотка Герда. Ну не могу я тебя так просто запихнуть. Что-то ты сегодня это. Сегодня день зайца русака, наверное. Ах ты, Герда. Красотка. Умываются каждые 15 минут. Вот любят за собой ухаживать. Все, умылось. Теперь можно кушать. Давай в коробку и пошли в вольер. Пойдем? Ну, не могу я тебя просто взять и запихнуть. Ты сама должна пойти. Посидим еще.